Всем добрый день. Вашему вниманию предоставляется подставка на телевизор, причем подвесная, для установки различного оборудования. Причем можно подвешивать не только на телевизор, но и также есть возможность устанавливать и на стену, либо на другое оборудование, либо мебель, куда вам необходимо поставить эту подставку. Так, поставляется вот в такой упаковке, на которой отображается основная информация. То есть, ну и варианты установки. Так, кому интересно, можно поставить на паузу и рассмотреть более подробно. Так, ну и как видели по обложке, то есть поставляется в двух вариантах. Это белый вариант, ну и черный. В данном случае черный вариант. Есть еще младшая модель. Она немножко отличается по конструкции. Вот. Так, ну и как видим мы здесь, то есть здесь показано, вот младший вариант, немножко отличается по конструкции. То есть здесь основная деталь, это является деталь, ну, в данном случае на нас смотрит справа, благодаря которой закрепляются все остальные детали. Так, ну а здесь главная деталь, это центральная деталь. Ну а на основании этой центральной детали крепятся уже все остальные детали. Ну и видим, вот эта установка у нас, подставка Unity V Plus фирмы Rema. То есть максимальная ширина установки оборудования от 18, минимальная и максимальная 18-30 сантиметров. Так, ну и глубина составляет 20 сантиметров стандартная. Так, по высоте здесь зависит от того, куда вы будете крепить, соответственно, различные высоты и заклад, ну, детальки поставляются от нее либо непосредственно к телевизору, либо на какую-то мебель или другое оборудование. Так, ну давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Так, внутри вот у нас две основные боковые детали. Инструкция по эксплуатации. Кому понадобится, да, ну и выдерживает до 0,9 килограмм нагрузку. Вон варианты конструкции различного исполнения. То есть все, что находится в коробке, показано. Понадобится дополнительная отвертка. Ну и вот показаны варианты крепления, например, на телевизор, если у вас есть стандартные винты веса там 200, либо другие варианты. Ну либо вот вариант, то есть на боковую из грани крепится непосредственно к телевизору. Так, ну либо на нижнюю часть можно закрепить. Так, откладываем. Так, вот у нас вторая часть. Давай. Графитового черного цвета. Так, ну и внутри еще находятся дополнительные детальки. Кстати, до того, что размеры не даны, то есть чтобы сопоставить, это 6 сантиметров на 3. Так, еще одна деталь. 6,5.
2. Так, следующим здесь также на 2. Так, ну а здесь длина где-то 17. Так, дальше две стандартные крепления. Единственное отличие, то есть здесь в одном месте более... Толщина прорези больше. Ну и давайте посмотрим. Здесь 1,8 где-то, 1,9. Так, а это непосредственно 5 миллиметров. Так, ну и длина составляет где-то 24-25. Так, ну и последняя деталька там. Основная, центральная. Давайте тоже размеры. То есть она 15. Глубина 10, нет, чуть больше. Так, ну и здесь выступ 8 миллиметров. Так, ну и крепится это следующим образом. Так, это вот так. Дальше это сюда закрепляется. Это сюда. Так, ну а дальше уже сами как вам нужно, к какому месту крепить. Либо так, либо вариант так, и более большая деталь. То есть непосредственно закрепляете. Как вам нужно. То есть сами конструируйте под ваше место конкретно, которое вам необходимо и нужно. Так, и еще одна у нас упаковочка. Вот здесь находится шестигранник. Ну и система креплений. Все, ничего нет. Да, и еще тросик есть для закрепления, например, каких-нибудь проводов, подходящих от оборудования. То есть, ну, комплект вы видели на инструкции по эксплуатации. Так, ну и вот такое вот. Такая вот подставка, и если вам необходимо для вашего оборудования, которое необходимо поставить. Всем спасибо за внимание, удачных покупок, ну и до следующих распаковок.